Значит так, такого еще не было. Дегустация трэшл коктейля лайк. Вернее, ай лайк. И из необычного, как всегда, составит джин-тоник, его спирт-люкс, ароматизатор джина, ароматизатор тоник, как всегда, да? Из необычного мальто декстрин. Я такого не пробовал, мальто декстрина. I like. Я думал, это коктейль называется like, а он I like просто. Не знаю, что значит I like. Я знаю like. А I like это, наверное, в айфоне I like. Жмешь там ВКонтакте вместо like, I like. Потому что а он как там в туалете сидит, он говорит, ай, покакал. Вот. Любитель айфонов. В смысле. Блин, тут какое-то место прям проходное тут. У самой дороги стою. Цветовая палитра нужна. Водянистая вода. Ну так и должно быть. Спирт бодяженный, да? Тут даже ароматизатора можжевельник нет. Как бывает у этой, да? У очаковского. Просто джин и тоник сразу ароматизатора. То есть вообще дешево. 45 рублей, кстати. Вообще 45 рублей, вообще дешево. А очаковские другие стоят по сотне. Ну что, хапнем. Короче, так, от очаковского ноль отличий. Вообще нет отличий никакого. Хотя он на экстре, а этот на люксе. Но он помягче пьется. Что можно сказать? За 45 рублей лайк. Однозначная пятерка. Лайк. I like.